Для Сергея Гарачева, наглядальника ад місії СНД, работа на парламентских выборах у Беларуси – первый подобный опыт. На протягу дня необходимо было наведать множество участков, встретиться с членами выборщих комиссий, проверить списки выборщиков и бюллетени. У вынику уровень организации голосования оценены как высокий. Проходит все в рамках избирательного законодательства Республики Беларусь. Те участки, которые я смотрел, у меня нареканий не вызвали. Все подготовлено на очень высоком уровне. Наталья Канунікова у якості міжнародного наглядальника у Беларуси працює с соковика 2006 года. По ее словам, сьогоднішня виборча кампанія проходила максимально прозристо. Істотних порушений не выявлено. На всех участках ее приємно уразила доброзичливая и святочная атмосфера. Мы обращаем внимание на, во-первых, на настроение членов участковой комиссии, с каким настроением они встречают не только нас, но и избирателей, на то, как они обращаются со списками, с бюллетенями, обязательно наличие паспорта, обязательно доступность для наблюдателей, чтобы в поле зрения находились урны для голосования. Мы обратили внимание на то, что все с утра, все было хорошее настроение, были уже избиратели, уже играла музыка. Поэтому я хочу сказать, что все было на уровне, на очень высоком уровне. Не упершиню назирая за проведением выборщих кампаний у Беларуси Размик Хумаран. На сёлетних выборах он сошил за этапом агитации, а так само дотерминовым голосованием. За опошние дни он наведал несколько десятков участков. Особых нарушений действующего законодательства я лично не видел. Все организовано четко, красиво. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».